Ребят, завтрак, все сюда. Из каких пор ты завтрак готовишь? С добрым утром. Доброе утро. Это бля кто? Женщина-кошка. Кого хрен он тут делает? В смысле, привет. Итак, сегодня я показал женщину-кошку впервые. Не люблю, когда какие-то шкуры у меня дома. Пошло бы она нахуй. Я бы точно ее завалил. Яйца, картошка фри и бекон. Тут что-нибудь есть для веганов? Чё? Я же теперь веган. Вы же знаете. Ты веган? В смысле, теперь веган? Я веган, это мой выбор. Это как случилось? Ты об этом вообще знал? Что значит? То, что он сука, вот что значит. Флэш-вегетарианец, с каких пор завязывай с этим дерьмом, бро? Мы супергерои, мы мясо едим. Вы должны уважать то, что я веган. Я тебя не уважаю. Да какой ты теперь вообще супергерой? Чё это, блядь, за шкура? Похуй на завтрак, короче, мы попытались. Пойдемте лучше погуляем, там замечательный день. Надеюсь, веган не спорит на этот прекрасный день. Я всегда гуляю с ребятами. Отличный день для прогулки. Мне нравится... Я обычно раскидываю всех вокруг. О, блядь, это ребята из Марвел. О, блин. Зацените, это ёбаный Супермен и его подсосы. Худшее, что могло случиться. Ёбаный герой Марвел. Чё, как капитан Мудила? Это я Мудила. Да, ты. Глянь свои колготки, у тебя яйца видно. У него хотя бы яйца есть, придурок. Это чё за сука? Это ты кто? Чё за тупая маска? Я Халк. Погодь, ты Халк? Да, но в фильмах ты выглядишь покруче. Нормально ты. Ну что типа весь такой большой? Но зато наши фильмы собирают. Я после просмотра Бэтмена против Супермена за билет деньги возвращал. Ты не такой плохой фильм, бро. Человек-паук черный? Да, я тоже не знал. Да, черный, а чё, какие-то проблемы? Да нет. Просто для меня сюрприз. Сюрприз? А чё, Человек-паук не может быть черным? Я так не говорил. Но мне показалось, что ты так и сказал. Не, братан, так не говорил. Ты расист, братан? Я не расист, у меня много черных друзей. В тюрьме сидят. Эй, чувак, какого хуя? Это что было? Что это было? Это моя преждевременная паутина. Откуда мне, блядь, знать, что Человек-паук черный? Росомаха, можно вопрос? Ты сколько времени на прическу тратишь? Часа три. Ну. Серьезно? Ну да. Хорошо выглядит. Спасибо. Нет, выглядит как дерьма куча. Забей, чудо-шкура. Ты кого тут чудо-шкурой назвал? О, какие ножи из рук. У меня точно такие же ножи на кухне. Ну так вернись на кухню. Какой смешной братан. Железный человек, выглядишь как дерьмовый трансформер. Я робот. Неудачник. Где взяли костюм для Флэша? Все для вечеринок? Что за хуйня? Господи, боже мой. Флэш. Это не танцевальный батл. Это не танцевальный батл, братан. Флэш, хватит. Чё этот ебалан пытается показать? Флэш, я даже хер знает, как ему приходит такой в голову делать. Я 20 человек спас на этой неделе. А вы, блядь, ребят, чем занимались? Цифра ничего не значит. Цифра, братан. Тогда вот это зацените. Окей, зацените. Как такое? Ну а теперь вот это гляньте. С разбега. Ни хрена, за 2 секунды. Столько же, насколько его хватает кровати. Нет, 10 секунд хватает, сучонок. Флэш, харе. Это большая разница. Никому не говори так. Блядь, ненавижу Человека-паука. Спорю, никто из вас не сможет так. Да. Бля, да. Ну тогда это зацените. Чё, бля, было? А какие суперспособности Бэтмена? Заткнись, слышь. Не-не, я вот о чем. Мы все супергерои, потому что у нас есть суперсила. Заткнись, я сказал. А ты всего лишь маленький человек. Забери свои слова. Сейчас же забери. Забери свои слова обратно. Хер ты чертов. Ты чертов хер. Люблю Бэтмена, но сейчас мне его прям жаль. Это пиздец. Ему реально тяжело. Забей, мы их в следующий раз проучим. Клянусь, ты самый крутой супергерой. Да, да, у тебя крутая маска и ты Бэтмен. Не, знаешь что, я очень расстроен и очень зол, окей? Я прямо в бешенстве сейчас. Да расслабься. Ты не понимаешь, Супермен. Ты, блядь, инопланетянин. Вы, ребят, не с этой планеты. Бэтмен. Поеду в машине покатаюсь. Ну, Бэтмен, хватит. Давайте пойдем попробуем вернуть хотя бы. Бэтмен. Вернись, хватит. Хватит париться из-за того, кто ты. Привет. Я не виноват. Она сидела там и выглядела сексуально, и... Чё ты тут делаешь? Было прям драматично, да? Ну, вообще... Да. Ну, я подумала... Я, наверное, тут останусь, и, может быть,
вылежу сама себя. Господи Иисусе, ну, Бэтмен скоро... Он, короче, ушел, но должен вернуться. Знаешь, как тяжело самой себя вылизывать? Господи, окей. Может быть, хочешь сесть рядом со мной? Ну так, только пока он не вернется. Чё б нет. А, так. Так, в чем вообще замес? Ты больше женщина или больше кошка или чё? Окей, клёво, клёво. Я проебался, я знаю, я проебался. Клёво, клёво. Ну, да, вылезу себе от клёво. Когда мне надо выпустить пар, я катаюсь на Бэтмобиле. Ну, знаете, я себя чувствую лучше, ребят. Приятно слышать. О, просто пока не спокойнее, это не то, чем кажется. Да я поверить не мог. Братан, слушай, я могу все объяснить. Просто пока не брал, она сумасшедшая, она на меня накинулась. Ты меня бать пытаешься? Пожалуйста. Мне не было 5 минут. Я знаю, плохо поступил. Так, блядь, мы будем драться. Бэтмен, нет, я не буду с тобой драться. Если мужик будешь драться со мной. Да, слушай, или Бэтмен. Ты, сука, или ты сыкло. Ты мой друг, я не собираюсь драться с тобой. Слушай, брат. Дерись со мной. Слушай, я не буду драться с тобой. Я все ничего не чувствую. Я супергерой, я не... Давай. Мне не больно, бро. Я суп... Бей! Я не хотел это делать, бро. Бэтмен, прости меня, вставай. Посмотри на меня. Ты в порядке? Да. Мы не дадим этой ёбаной кошке разрушить нашу дружбу. Да. Мы слишком хорошие друзья. Мы, да. Я люблю тебя, бро. Я люблю тебя. Пожалуйста, больше не бей. Я клянусь тебе. Хорошо. Я люблю тебя. В конце концов, чувак. Супер друзья, не для супершкор. Помирились? Помирились. Хорошо, я люблю тебя, брат. Я люблю тебя. Кстати, когда, блядь, Флэш делся? Хочешь, тебя вылежу? Нет, ладно, клево. А не переводил и не выкладывал это раньше, и перевел и озвучил виски. Ага.